посмотреть никаких не масок. По-любому смотреть надо какое-то время, надо по-любому смотреть. День, два, три, потому что мне никто не будет. Вот так я заебал урод. Я там пока все не облажу, парней. Я куда подвинусь. Там да, там по месту сразу все посмотреть, походить, посмотреть. Тут меня решили. А сколько за это нынче дают лет? Да х**а, это ПЖ. Это ПЖуха, да. Ну, самые большие деньги за ПЖ. Так надо тупо найти смертников, на отчаянных. Которым по. Я скажу, что съебаться туда не делать, но когда выезжает машина со двора, это самый первый запал, что ее остановят, если будет сзади патруль ехать. Потому что машина будет одна по дороге ехать, а, в такое позднее время. Съебаться вообще, ну вот по сути, это не делать, там 5 минут уехать, но вопрос в том, выйдешь ли ты оттуда, вот, выйдешь ли ты с моста, там уйдешь на эту трассу. А дальше уже все нихуя делать. Главное с самого начала. Со двора даже уехал с места, уже по***. Да, но вот когда выезжаешь со двора, главное, чтобы в этот момент никто же не увидел. Ну, хорошо, это... давай второй вариант посмотрим. Если говорили. Другой к этому случае чего, если, допустим, тупо нахуй упал вертолет на этом месте, выезд перекрылся. А я вообще, у меня иногда были такие мысли, что без машины будет намного все лучше произойдет, чем с машиной. Если они оперативно сработают, перекрыть выезд из воды. Смотри, оперативно как. То есть произошло какая-то там плюют и хуя. То есть все тут произошло как хуя. Чтобы работать оперативно, нужно человек детектировать происходящее. То есть сначала на место должен кто-то приехать. Ну да. Охуеть, что произошло, принять решение, передать на центр, и те принимают решение, что делать. Ну это все займет минут. Это минут 20. Хорошо, 30, 20. За это время. За 5 минут можно пешком уже вообще уйти с ним, по***ам больше будет. Расстояние от дома до дома, короче, вот где-то как вот здесь. Где? А, да. Ну, чуть больше, чуть больше. Вот с такой позиции 7-й этаж вообще это возможно вообще? Вот так. Ну, так возможно. Как отстегнуть, как там что пристегнуть, я сейчас тебе покажу. Если кто-то будет выходить сзади с-под разного, ему ты в***. А ну, так уже тоже будет выходить. В смысле? Ну ты будешь как раз струи, с трубы струя будет как раз направлена в парадную, понял? Блин, холодно, да. Это же жанр. Где же тут профессиональность, пацаны? Тут ветер задувает, а там не будет. Не, почему? Машина стоит там где-то. Ну да, надо ехать смотреть. Ну, короче, ты сомневаешься. Да, конечно, сомневаюсь бы там. Ну, там, короче, все, Сань, давай тогда сейчас я еще. Это если воскресенье. 31-е завтра? Да. Пятница, 31-е, суббота, 1-е, воскресенье, 2-е, понедельник, 3-е, 4-е, пятница, 5-е, это среда. Не до среды, или надо возвращаться, или надо просить кого-то лучше, чтобы помогали, потому что... Ну, один нюанс, подожди, ты один, все нормально отработает. Я все заберу, как мы договорились, 25. Да. За работу 25. Я говорю, вот, все, кто хочет. Таня показывает, вот там вот есть все. Хорошо. Не вижу проблем. Ну, они хотят двух, чтобы... Он показывает все отъезды, все ему. Показывает конкретные окна. То есть нас не ебать. Будет Вася там в титановой капсуле сидеть в это время. Или в туалете, блядь, на верху не так. Есть окна. Сами тоже слышишь? Надо... Ну, не ближе. Да. Это знаешь, я скажу как? Ну, ближе всего этот дом. Ближе. Пускай дверь закроет.
Все. Там большой окна. Все, вообще тогда заведи. Вот окна горят, там запускается, ну там плюс на рациях все, сами в машине на рациях, и на рациях, человек, который запускает, союз на рациях. Вот, он там есть машина, там биммер есть, все. Вот, он на этой машине все. Покажет тебе выезды, все. Ты по месту забить, он туда возьмешь его. Ты как тебе удобно скажешь, где чтобы машина стояла. Ну, то есть ну, вы там решите. Правильно, да. Правильно. То есть полностью на этот момент вы обговорите. И все, они. Вот. Окна горят, эти окна. Смотри, смотри, телефоны. Отсюда, когда будете выезжать. Я даю один телефон, который вы чтобы с ним состыковались здесь на Украине. Да. Вы там приезжаете, можете их выкинуть нахуй. Ну, mm-hmm. там, когда будет, он там возьмет два левых телефона. Mm-hmm. Один вам, один себе. Не, ну я с тобой по-любому возьму телефон. Чистый отсюда. Ну, лучше там купи себе. Не надо отсюда тащить туда. Я понял, ну я карточку выгружу. Телефон тут надо как-то смену вынести по-любому, там где-то заплачиваемся раз. Нет. Малый тут есть. А куда они, конечно, есть. А у них просто чисто черные военные. Я понял. Я не понял, когда она военная, объемная, чисто черная. Она нужна? Чтобы руками не тащить. Она нужна? Там есть. Она плотно, много места занимает. Нет. Нет, рюкзак, смотри, на крайняк, мы же зеленый камуфлированный. А, если бы черный? Ну, это пару, потому что один комплект одежды и второй, то есть, ну, с собой по-любому еще надо иметь. Можете права взять после? А наши права там канают, да? Конечно. Можете, ну, теплика нет, теплика нет. А их так и нет, там камеры видят. Камеры по периметру. Что за? Смотри, окно, посмотри, окно во вторник. Выезжать надо, получается, во вторник утром. Во вторник утром выезжать? Во вторник окно.